Павлодаре запустили трамваи честности и добропорядочности. Акцию организовали Павлодарское трамвайное управление, антикоррупционная служба и городской акимат. Наша съемочная группа одними из первых проехала в необычном трамвае. Акция «Трамвай добропорядочности» запустили пока только в одном вагоне. Курсирует он по кольцевому маршруту номер 5. Задумка создания уникального вагона такова. Пассажиры обелечивают себя сами, то есть за проезд оплачивают на совесть. Установлен специальный ящик для оплаты, рядом билеты, все как положено. Вот такая идея зародилась с того, чтобы призвать наше общество к порядочности, открытости и отойти от таких моментов, когда при первой возможности, чтобы человек мог сам себя проверить, маршрут выбран кольцевой, с таким маленьким смыслом, что всю жизнь возвращается на свои места, поэтому призываю всех наших граждан быть порядочным и честным. А вот нередко слышим от рядовых граждан замечания в адрес различного рода руководителей, госслужащих, что они там в той или иной степени проявляют нечестность. Но мы хотим проверить, вот насколько сами те, кто сегодня критикуют, насколько они сами честны и добропорядочны. Но один из таких признаков добропорядочности – это вести себя правильно, даже когда тебя никто не видит. Контролировать оплату пассажира никто не будет, но кондуктор в честном трамвае остается, но с другой целью, рассказывают организаторы. И кондуктор у нас будет находиться для того, чтобы не только следить за порядком, но и соблюдать все санитарные нормы. На конечных также будет обрабатываться вагон. Если вдруг понадобится дать сдачу или человек там размену купюры, она будет разменивать. Знаете, что трамвайное управление проводит много акций. Ну, эта акция, она такая, что на гражданскую ответственность предназначена. Что говорят о такой акции сами пассажиры? Не знаю. Наверное, удобно. Человек должен быть честным в первую очередь. И он должен отвечать за свой проезд. Хорошо придумали. Можно развивать. Трамвай добропорядочности по улицам Павлодара будет курсировать ежедневно. В конце недели антикоррупционщики проверят честность горожан и решат, стоит ли продлевать акцию. Если пассажиры поддержат идею, ее планируют распространить и в других трамвайных вагонах и автобусах. Вероника Вишневская, Досымбек Тохай, Ертес Ахпарат.